Мы сегодня поймали очень опасных существ, на елы-пуки и мясника. Хо-хо-хо. Елы-пуки идет на охоту. Елы-пуки выбрался огонь. Надо не дать ему взять его оружие. Но тогда он заморозит он всю планету. С помощью своего посоха намоет он людей, но превращать в ледышки. Он запутался. Так, у нас здесь огнемет, это мой друг Мороз. Когда он ходит свой посох, он и сам замораживается. Вот это существо, оно разумное, но оно чуть-чуть, оно тупое. Нам что делать? Ну, это ледышки. Он всегда на свое дело не берет этот посох. Потому что он очень сильно замораживает. Это нам еще повезло, что мы военные. Ха-ха. Распилю. Получай, мясник. Получай. Нет. Давай.
Ёлы-пуки. Получай на ёлы. Ха-ха-ха. Получай. Иди ко мне. На ёлу-пуку. Меня сейчас зовут на ёлу-пуке. Я тебе таким на ёлы-пуки победил. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.